Я Малова Марина, ученица 11 класса Чунаярской школы. Мой прадед Долголев Иван Митрофанович 18 лет был призван в ряды советской армии. За храбрость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. За участие в героическом штурме и взятии Берлина, за освобождение Праги был награжден одноименными медалями, награжден медалью Жукова. В мирное время всю свою трудовую деятельность посвятил железной дороге, на которой отработал 33 года. Спасибо моему прадеду за победу.